наш 4P панорамный фильм о тех местах, где может оказаться каждый, если рискнет покинуть многомиллионный муравейник, сойти с асфальтированной дороги и начать перемещаться по тропинке, которая где-то может оказаться слегка влажной, местами каменистой, а иногда даже пыльной. На этот раз вы приглашаетесь на 20-километровый круг по велосипедному лесному трейлу по гряде Вяря-Месалики. Карельский перешеек, граница между Выборгским и Приозерским районами, где-то между Мичуринским и Вооксой. Начало маршрута на асфальтированной перемычке между Мичуринским и Климовским шоссе примерно в 1,5 километрах от Борисова. И от Соснова, и от Лосева сюда можно добраться, проехав на велосипеде по асфальтированным дорогам, примерно по 20 километров в каждом случае. От Кирилловского или от Лейпесо сюда подальше. Километров этак 50-60 по хорошему асфальту. Весь из себя трейл. Трейл пересекает асфальтовую перемычку и хорошо виден по шлагбауму, запрещающему въезд на него автомобиль. Кстати, на пересечке есть место для несанкционированной парковки 2-3 авто. Гряда со столь сложным названием, по моему мнению, возможно и ошибочно с точки зрения геологов, не более чем очень старый берег какого-то большого очень старого водоема, в результате обмеления которого осталась сегодняшняя волна. Трейл исключительно приятный, сильно качающийся по крутым холмам с сосновыми горами, ельниками на склонах и озерами вместе с болотами внизу. Очень живописно, прекрасно отмаркировано и физически щекотливо. Впрочем, смотрите сами. А вот сейчас, я думаю, такое крепление. Но только, малыш, на спусках без этого. Ну, правда, у тебя каска. Без фанатизма. Всегда без фанатизма. Белый багульник. Знаешь, такая песня есть? Белый багульник на сопках цветет. Сосны вонзаются в небо. Где-то багульник. Я решил для себя что? На сопках цветет. Кедры вонзаются в небо. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был. Воз... Ну как тебе езда по трейлу? Ты куда съехала с разметки?
Ты уверена, что ты вернулась на разметку? Кажется, мы не сбились. Пеп-трейл могли заасфальтировать. Я понимаю, что так ближе к природе. Что делать человеку, если он заблудился в лесу? Да. Надо дойти до ближайшего трейла, пройти по нему и увидеть карту. Карта бестолковая, но из нее можно сделать конспект. Это знаковое место. Ну, ужасно. Сменился цвет маршрута. Теперь это уже маршрут не Берестовое озеро, а синий и голубой даже. Светлая в этом, по-моему. Ох, тут и комарюшник, если остановиться. Нет, ты можешь вброд проехать. Мы преодолели препятствие. Именно мы напрасно так лихо преодолели препятствие, не притормозив, поскольку сразу же после него, слева, находилась самая главная достопримечательность маршрута – руины мельницы. А он желтым, надо всю правду. Об этом мы узнаем гораздо позже, когда удосужимся взглянуть на одну из карт, размещенных вдоль трейла. Ни в коем случае нельзя пренебрегать информацией, размещенной на наглядных стендах, располагаемых на трейле. Из-за нашей оплошности при замыкании кольцевой части маршрута нам пришлось сделать повторный заезд к этому месту и еще два раза пересечь препятствие, что, несомненно, увеличило, неоправданно увеличило наш риск на этом маршруте.
Ты уж всю правду напиши. Коля стал раздеваться. Это подшлемник был? Был. Где? Хорошо бы ехать в ту сторону, да, когда не знаешь, что внизу. Угу. А тормоза уже не работают. Всю правду напиши. Сказала-то, да? Mm-hmm. Петька, что пишешь? Да оперу пишу. Ух ты. Простой мужик. А оперу пишет. Вот она революция. Ты уж всю правду напиши. И как мы белых гоняли. И как они нас били. Вот-вот, Василий Иванович. Как белые нас последний раз разбили. Оперуполномоченный больше всего интересовался. Впереди значится неопределённое. Ух ты, ёж ты! Чуть помедленнее кони. Чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте, плеть. То, что на кони мне попали привередливые, и дожить не успел мне допеть, и успеть я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Это что за юмор? А? Это что за юмор, говорю? Ты про песок? Про вот эти снова выкипка. Ага. А тут как те? Тут хорошо, а? На ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что счастливее нет, чем край за
заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с ветром пасмурным ссорит. Все равно я отсюда тебя заберу. Светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках отнесу туда, где найти невозможно. Прям я догоню. Украду, если кража тебе по душе, я не зря в том лесу партизанил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Это несерьезно. Ну, по всем параметрам трейла. Когда-то, когда меня Рыбкин затащил за Плюсье смотреть липовую любовь про Липкина. Вдруг чуть-чуть дырка, солнце какой-то желтый лист недалеко от Липкина. Рыбкин говорит:
Что? Автомобиль, говорю. Так, а, стоп. А нам вот сюда. Вон. А как же тут проехать? А! Вон, можно проехать. По-моему, есть. Хотя не знаю. Ай! Это была не лучшая мысль. Но мы выехали на трейл. Thank you.
Так. Сейчас. Ага, вот сейчас. Ага. Надо переехать. Самое время. Ну? И куда? А, так вот, ёп! Где? А? Развод не удовлетворён. Ну, руина! Но как не поглядеть в руины? Тигра залезла на руину. А? И вновь мостик. Теперь в обратную.
он. Дальше. Я же говорил, что с него съедет, но в мост улетит. Туда вроде. Не, мы же тоже приехали на эту дорогу с трейла. Я сказал, что трейл кончил. Я был разочарован. Нет, можно было по той дороге вниз на шоссе съехать и потом на ту гору, которую мы на автомобиле ехали, влезть. В чем-то это было бы спортивно. А, забор. Ну тогда считай, что приехали. Это Борисова. Сейчас приезжаем, а наши тачки эвакуируют. А? Не, ну, мило прокатились. Архимило. Ну вот, пожалуй, и все. В заключении хочется пожелать вам обязательно прокатиться по этому трейлу. И вообще путешествовать. Путешествовать на велосипедах, на лыжах, на автомобилях, на кайтах, на парапланах. Путешествуйте сами. Путешествуйте, как мы, путешествуйте лучше нас. До новых встреч на пыльных тропинках!